Так, до стихов краткая информация. Значит, неофициально назначено на 18 ноября, 15:00 начало, ЧСНВ, мой вечер в библиотеке тоже 44, только на фестивальное 46, строение 1. Милости просим. А потом желающие еще могут, так сказать, поздравлять за жидкой и твердой фазой в смеси, как всегда. И я отобрал с некоторым трудом, потому что у меня дикое количество стихов. За вот летних два месяца я насчитал 800 стихов всего. Отбирать из них сложно. Поэтому я отобрал сейчас вот на 10 минут то, что позвольте послушать. Значит, первое. Для меня самым великим русским поэтом из живых является некто Бахыт Кинжеев. Обитает он сейчас в Нью-Йорке. Учился он на химфаке МГУ когда-то. Стал знаменитым еще тогда. Это так называемое московское время, один из четырех. Итак, вот я послушал такое интервью, ну, встречу Бахыта Кинжеева с Алексеем Сосной, 22-й год, в Черногории, 1 час 45 минут. Я эмигрировал сюда, бульвар Рождественский, Синая. Поэт я русский, господа. Мне Клязьма, мама дорогая. Чикаго с Кубы бывал. Хабаровск мой, в Шанхае не был. По всем пивным во всю канал. И что за водка, что я не пил? Бахыт сильнее меня в 100 раз, а я его люблю железно. Он химик, я чермет, а ТАСС. Считать его весьма полезным. Нет, не Кинжеев я больной. И не Бахыта, сын Давида. Стихи не пишешь выходной, а в комментариях коррида. Короче, я испанский грант. Под их портвейн с пивом эст я. Бахыт Кинжеев мой грант. Нью-Йоркский, в Москве, в Полесье. Так, 19 августа, вот сейчас я три стишка прочитаю, которые 19 августа. Ну, помните праздник Преображения Господнего? Преображение, сражение и поражение, Господь, священные дела, свержения, душа и дух, однако плоть, еще и плод на речке Сетони, да и на Яузе плоты, обеты нам перед обедами, плотва из серной кислоты. Значит, помните, были события 1991 года в августе месяце. Вот следующее стихотворение. Давным-давно был Белодомовским, среди друзей бородачей. Наливы белые с антоновской наливкой, завтрак восмачей. Что троица, коль три подстреленных трех наций из одной Москвы? Прощался я среди уверенных, коль к смерти лично я на вы. Да, август крайне непростой. Рождение дней и дни прощаний, свобода миль пардон отстой, где все мы вскоре колумбари, жара и бытия мороз, дожди и сушь во всю Россию, шма Исраэл, я рад до слез, слепой я узнаю мессию. Значит, посмотрел замечательный документальный фильм 2011 года, называется «Преступление» Бориса Пастернака. Ну и вот, смотря этот фильмик, я написал следующее. Микс из насилия с обманом, взболтаем одним глотком. Вот Пастернак с его романом, оповестим одним свистком. Живаго, доктор необычный, еще поэт и не еврей. Да, Леонидович симпатичный, хотел издание быстрее. А вот где издавать проблема, никак не Древний Рим, Париж. Печать романа «Теорема», чего ты, Леонидович, бздишь? Не бздома, говорил Иосиф. Андреевна Анна, наше все. Конечно, Пастернак философ. Буквально русский наш посел. Но он не русский, а еврейский, хотя и православный жит. Союз писателей армейский, союз Бориса сторожит. И что за Нобель? Вышли нафиг. Россия не его козла. Кремль, понимаешь, царский замок. Рак легких – это неспроста. И мы добьем его родимых. А фильмы – самое оно. Живаго из неопалимых. Но Борька – полное говно. Значит, есть такой потрясающий лектор Леонид Витков. Я много раз на его за много лет слушал. И вот прочитал его лекцию, слушал лекцию про судьбу Пушкина и написал оду под, как я его слушал, под это и писал. Араб с немецкой слободы, в Елохово крестился славный. Котлета от сковороды, араб скучает Саша главный. В долгах Сергеич как в шелках, к царю весь овощ с огорода. У них чулки, а мы в носках. Азов инвей, друзья, свобода.
О, юность, Годунов Борис, распев французовым по стилю, да обезьяна в рот, угу. Миллион терзаний сунем в милю. Он трезво оценил себя на Фоминой неделе свадьбы. Обсценно обзывать грубя, а правдолюб влюбленный, правда. Отказ в женитьбе на Кавказ, отказов парой помолка. По правде это в первый раз, а Сашина сестра заловка. Он числился по всей стране, стране своей России имя. С лицея сроком все в говне, однако у коровы в имя. И Ловелас, и Дон Жуан, большого вознесения церковь. Мемуарист предельно пьян, кольцо роняя громко сверху. Суду Саша выбирал, обои очень голубые. Бал славный и не унывал, у Саши ужины лихие, но надо ехать в СПБ. Москва живет по праву теток. Он улыбается в гробе от вспоминания селедок, а я совсем вам не раб. В Косьме крещен я в Дамиане, мне память лихо цап-царап. Витгов учитель, я в диване. 6 августа, первое стихотворение. Поэты черные, рыжие, а также белые, как принято, ну это в Коми, а также белые, как принято. Бесстрашные поэты ражи из подмосковного Ибибита. Метро по имени Кропоткина, бассейнов много даже сауны. Учил кунг-фу у Миши Плоткина, больные с синдромом Дауна. Писать в тетради на экранчике, на кухне потреблять яичницу. Валаны для играния мячики, отличнику любить отличницу. Читать Олега Осиновского, в России первенствовать Бершина. Финал читал у Маяковского, концерты Игоря Мещерина. Супруги в ту и эту сторону, родятся мальчики и девочки. Поют прелестно барды, вороны, приплясы, клакеры, припевочки. Священники, попы, лекторы, доценты, аспиранты юные. Из глаз поэтов лезут векторы, почти все анекдоты грубые. Цветкова хоронить в Израиле, меня на Востряковом кладбище. Об Авелях рифмуют Каины, меж ангелов про нас пристанище. И последнее, которое я вам хотел прочитать стихотворение, написано 5 августа. Августовская ода. Не очень, а предельно плохо. Раз проиграешь, то играй. Судьба еврея распустеха. Дорога в ад, а целишь в рай. О чем мечтал, забудь скорее. Мечта – игра с самим собой. Без проигрыша стань мудрее. А проиграл тогда отбой. Стареешь, зрелый, старый тоже. И Бог не владеет, вот. Испугу старика на роже, кто храбрый, точно идиот. Но трусость с возрастом взрастает. Идиотизм с юных лет. Так молодой не умирает. Я сверхстареющий поэт. Но это не на очень долго. Десяток дюжин пишут все. Москва-река, Ака и Волга, а там Кавказ во всей красе. Хотя бы если 70-ков, то настоящий юбилей, я не могу плясать в присядку. Вот если бы юбилей скорее, мне дарят коньяки и вина, но нужно время, чтобы пить. Пляж, море, а на море мина, какая, извините, прыть. Конечно, в прошлом прытки очень, а будущее фиг найдешь. Пить с годами скособочным, ему и в Антарктиде рожь. Но что мне полюс даже южный, мне северный речной вокзал. От комаров стоит таежный, чтобы улыбаться в кинозал. Однако, раз предельно плохо, то от тетради прыг планшет. Судьба у старика дрюха, а мне к той дуре тритят. Спасибо.